защищать свои интересы, интересы будущего наших детей, стариков, пенсионеров, потому что нас поведут по украинскому сценарию. Те события ни в коем случае не должны добраться до нашей страны. Если сегодня население будет так активно проявлять, то я уверен, что ничего не получится у, так скажем, доброжелателей. Надеемся на то, что госпожа президент одумается и не станет промульгировать данный закон, так как он противоречит полностью жителям Республики Молдова. Этот праздник 9 мая и Бессмертный полк проведет на самом высоком уровне, дабы показать, что мы чтим и помним память наших отцов. Поэтому это автопробег, который показывает, что мы всегда помним подвиг советского воина. Хотелось бы обратиться к парламенту и к властям Республики Молдова, что неужели это самые актуальные сейчас проблемы для нашей страны? Неужели сейчас жизненно необходимо запрещать георгиевскую ленточку и показывать фильмы? У нас... Thank you.